Одесса, 2 июля 2023 года. В Одессе примерно в половина шестого утра раздается сигнал воздушной тревоги. Очень быстро начинает поступать просто вереница сообщений. Ракетная опасность, все укрытия, воздушная цель над акваторией Черного моря. Минут через 15 приходит сообщение следующего содержания. В Николаевской области сообщают о взрыве. Не покидайте укрытий. Есть еще опасность от калибров с моря. Минут через 5 информация обновляется. Сергеевка, Затока, Тузлы. В вашу сторону движется воздушная цель. Возможно, ракета. А возможно, это фальш-цель. Находитесь в укрытии. Одесса и область замирает в ожидании. Тянутся томительные минуты. Спустя пару минут приходит новая информация. Черноморск в укрытие. Это ракета. Сейчас будет очень громко. Наше ПВО уже наготове. Немного позже информация обновляется. Цель пошла очень низко по лиману. Пошла в сторону Белгород-Днестровского. Настоятельно рекомендуем пройти в укрытие. Фиксируется еще одна цель. Она летит в сторону Затоки. Пуски ракет производится Су-35 над акваторией Черного моря. Приходит хорошая новость. Первую ракету сбили. Минут через 10 поступает вторая хорошая новость. Вторая цель тоже сбита нашим ПВО. Молодцы, ребята. Пока в Одессе области все спокойно и сообщений о новых пусках ракет не поступало. Моим дорогим соотечественникам и землякам я желаю мирного неба, спокойного дня и, даст Бог, до новых встреч.